дружеский матч с Ветерком. В лиге я ему проиграл. А я попытаюсь просто так. Попытаюсь его выиграть. Вот. Круто. Ну, это предсказуемый удар, между прочим. Особенно... Да, я тут начинаю. Вот, круто он меня ловит. Очень круто ловит. Молодец. Потому что он в основном и защиты играет. Попробуем тоже защиты играть. Не ожидал. Просто сразу прямо дело. Зерком нельзя просто так. Вот. Обманул. Ветерок хорошо играет. Блин, как он меня ловит этим ударом. Попался, который кусался. Боится на меня прыгать. Знает, что я могу его в воздухе поймать. Я его... А, нет! А, я проиграл! Супершки. Да, ветерок зверь. Но я не сдамся. А не ожидал? Ой, я туплю. Круто скидывал. Ай! А, обманул. Да, хорошо играет. Сейчас попробую все-таки отыграться. Он в основном играет от защиты. Я в следующий бой еще выберу Акуму. Да, блин. Зайди, Рустам.
Ты его, блин, фиг привернешь с ветерка. Да. Чё-то он встал. Надо все обмануть. Это скотина, а? Ах, он меня поймал. Ай, ветерок, ветерок, маньяк ты. Что за бред был? Как он мне срагил, не понял. Блин, ну это долбанный джойстик. Да, блин, ненавижу звук. Бред. Он не ожидал. Я еще не проиграл в свете. Ха-ха-ха-ха. Не ожидал, подножку что-то сделаю. А вот это тоже не ожидал. Серьезный соперник, очень серьезный. Ну, жалко. Ну, чисто зачем. Вот что за бред был, не знаю. Вот. Ну, матово хочется поругаться. Ну, блин, удар не сбивается у меня. Ой, идиот я, идиот. Не ожидал. Ой, бред. Вот нельзя так прыгать просто так. Я еще не... Ха-ха-ха, обманули дурака. Это тоже не просто, ты видишь. Обманули.
Ай, поймал на утре.